Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 29 октября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. При заходе солнца небо чистое. К погожему дню на завтра над луной виден столб. К ветру деревья заиндевели, к предстоящим морозам. А какая же погода ждет нас завтра, 29 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Добрая Воля Ряжского района Рязанской области воздух прогреется до 8 градусов. За окном переменная облачность и небольшой дождь. В селе Тихон-Воля Юрьевецкого района Ивановской области за окном плюс 9. В этом селе без осадков тоже не обойдется, так что заранее приготовьте зонт. В поселке Воля Верхнехавского района Воронежской области столбик термометра остановится на отметке плюс 8. За окном настоящая осень, и до зимы рукой подать. В поселке Добрая Воля Завьяловского района Алтайского края плюс 6. Пятница будет сухой и даже немного солнечной, а уже через пару дней придет минусовая температура. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!